Сегодня мы продолжаем ловить на реке Припять на Чернобыле. Ловить я буду на тесто мелкий крючок у поверхности воды, гамбузию, морской огонек. В ночное время с 23 до 5 утра ловится только она. Это обстоятельство можно использовать тем, кто выполняет квест уха. Рыба ловится избирательно, никакого прилова больше нет. Рыбка красивая, почти как аквариумная глафиш. Получаем новый трофей, делаем селфи на память и отпускаем рыбешку, пусть растет дальше. Ловите, как я, и поймайте.